Всем привет, уважаемые зрители, с вами Алекс и Вова. Мы тут с Алексом немножко поиграли вдвоем, не снимая, потому что уже как-то устали. Поэтому мы тут поиграли, нафармили реса, и сейчас будем строить новый портал. Какой-то мир, новый портал, новые мобы, все новое. Уважаемые зрители, вы не представляете, как мы, так сказать, тупанули. Мы хотели убить одного моба, который обитал буквально возле нас. Обежали его искать, сейчас покажу. Значит, вот там где-то. Вот где-то. Короче, мы там в кубике тысячи туда-сюда сбегали, там думали, что из свистунов это выпадает. Ну, кто не знал, свистуны это типа попотеры, только белые. Ну, похожие очень, только они не попотеры. Да. Оказалось, что этот моб возле нас очень похож на них. И Вова тут уже... Алекс, у нас маленькая проблемка. Вова тут уже пробовал всякие штуки делать. У нас маленькая проблемка. Какие? Какая? У нас нету часов. Вот. А, уважаемые зрители, кто... мы еще сделали второй этаж. Выглядит он так. А снизу... Так. Вы не представляете, пока Вова там что-то мудрил, по пещерам ползал, я вот что сделал. Говорил, не надо. Алекс, блин, бамбук взял? Бамбук, да, я принес тебе бамбук. Да, дай мне бамбук. Вот эти вот штуки выпали из этого моба. Так, что еще нового? Да, скинь мне бамбук. Тут переделали, поменял печки на железные. Да, у нас теперь крутые печки. Мы еще выбили из этих рамочек. А, слушай, Алекс, поищи там где-то это кожа коровы. Да. Там еще в зимнем биоме были такие... Как... Да не только. Там еще были Нет, 9 штук. Рамки, из которых выпали эти семечки томатные. Да. Ну, Алекс. Так, ладно, сейчас я иду к себе. Давай, скидывай. У меня нет. Ну, посмотри в сундуке. А что, ты там крафт при себе держишь? Ну, я, да, ладно, уже снял сейчас. Сам найду. Вот. Уважаемые зрители, кто не знает, что сейчас будет делать, он будет новый портал делать. Он будет новый портал делать. Не, портал... Я же говорю, дай мне золотой свиток, сделаю. Мне еще 3 часа надо. И кто не знал, Вовины часа — это часики. Почти железо, золото фармить. А, стой, до золота иди пока, сейчас я тебе дам книжные полки, пойдешь, правильно все поставишь. Так, Вове, я помещение сделал для твоего второго портала. Так, потом. Плюс 8 книжных полок. Потом еще будет это портал. Да, всего порталов, по-моему, 7 или 8. И кто не знает, про какие мы порталы, не про те, которые кидаешь книгу и там портал. Ну, точнее, входишь в биом. А, точнее, биом, а... Это... Улицу, даже... Что ты делаешь? Я сейчас делаю помещение для... Давай тут просто расширим и сделаем рядом портал. Сейчас просто... Не-не-не-не-не, тут внизу будут остальные порталы. Я уже почти сделал. Так, 2 в ширине. Ладно, короче, давай поставь эту фигню и сделай книжный пол. Я тут, короче, штуку поставил на втором этаже твоем. Иди возьми книжные полки. Уже мы здесь ли. Вы можете сейчас... наблюдать, я не знаю, можете, не можете. У меня хотя бы большие лаги. А, я сейчас выключу. Да, у меня тоже большие. Так. Простите, конечно, за это постороннее дело. Не давай, Алекс, сейчас пойдем золотые слитки фармить. Вот это да. Вот, уважаемые зрители, место, которое я так долго строил. Давай, Алекс, конечно, заказываем. Сделай. Чё именно? Ну... А, да,
Уважаемые зрители, хотел вам напомнить... Слово не догоняет особо, как надо это все расставлять, поэтому этим занимается Алекс. Да мне кажется, что твой... Дай мне топор, а? У меня он есть. И пойди сделай. Да не, лениво. У меня тоже. Ой, сори. Кстати, уважаемые зрители, давай, бегал, делал вот этот вот меч. Оказалось, что он бьет да. по одному. Отвали, Вова. Он бьет по одному. Сейчас я тебя по одному ударю. Не давай. Надо. Ладно, у тебя есть топор? Нет у меня топора, давай так ломаем. Кстати, мне надо поесть. Чай тебе скину. А у меня есть. Пойду кину жариться. У нас там и так навалом жарится. Кстати, надо забрать. Вон, 60 штук пожарилось. А, это мы бегали еще в зимний биом, там и мы набрали эту еду, кто не знает откуда. Хотя все не знают. Ладно, топор, надо сделать. Топор, так, давай. Ладно, я пойду пока золотые слитки пытаться найти. Ты сделаешь, помогай, приходи. Ну, пытаюсь. Пытаемся в этой серии сделать портал, показать вам, как все это, как, что там. Только, Вова, это вот, там вылетит, когда первый раз зайдешь, насколько я помню. Да, или вылетит у нас, или будет еще что-то. Но я не думаю, что будет все благополучно. О, дорогие зрители, тут циклоп. Циклоп, кто кого? Я с армором или циклоп? Все-таки я с армором выиграл. Но циклоп тоже сильный гад. Ладно, идем дальше. Вот, золотая кирка, вот зачем? Вот лучше бы золотой слиток. Ну, честно, да. Кстати, дали еще 6 реалмита. Уважаемые зрители, простите, но я сам, честно говоря, не помню уже, как это все делать. Уже так много. Чего? Как так много? Ну мы недавно же играли, все заново просто. Уважаемые зрители, простите, но я не точно, наверняка я сделаю не точно этот эти книжные полки, да. Так что можете на меня не пилить. Да, пилите его, что Алекс ничего нормально сделать не может. Я получилось уже, как-то криво. Я его уже часа два упрашиваю. Пошли, помоги золотые слитки найти. Вот и ничего. Правильно. Так. Максимальный уровень 20. Пойду, дорогие друзья, пойду поищу какой-нибудь другой спуск. Потому что... А, Алекс, давай поспим ночь, я никуда в ночь не побегу. Другой список, спуск. Давай спускайся там, где лава. Как раз таки не упадешь. Да. О, знаю, что я сделал. Пошли со мной. У тебя же был где-то это. Был где-то ведро. А, вот. Уважаемые зрители, идти в поход без ведра это не дело. Почему? А спускаться как? Просто почему? Пускаешь? Ладно, я пошел. Сейчас там все застынет, наверное. Да, тут должны появиться. Давай убирай воду, убирай! Убирай! Как? У меня... Я сейчас помирать буду. Я помираю. Помогите, у меня осталось 3 сердечка. Здрасте, 3. Да не надо, смотри. Чё смотри? Убирай. Всё. Спускаемся. Я лучше поверху пойду. Тебе тоже советую, кстати. У тебя есть 3 сердца? У тебя есть свечки? У меня, да, есть. Ты такое сделал, блин? А, нет, это я же. Это ещё я. Так, нам золото. Где взять золото? Алекс.
что? Так, тут ура.